программ, которые реализует уже на протяжении нескольких лет фонд поддержки и развития ЖКХ, федеральный фонд, она, конечно, очень важна. И именно поэтому, когда вдруг в этом году возникла дискуссия, что фонд должен закончить свою работу, что фонд будет работать только на расселение, не будет выделять деньги на капремонт, могу сказать, что мы, вот Ассоциация городов Поволжья, которую я возглавляю, объединившись, мэры городов написали в Государственную Думу свое предложение, что этого ни в коем случае нельзя делать, нельзя останавливать действие программы, в том числе выделение средств из федерального бюджета на капремонт домов. Да, можно смотреть вопросы софинансирования, менять соотношение, что сейчас рассматривается в Думе Государственной, но что программа и фонд должен работать, у нас никаких сомнений, и рад, что нас услышали. Самара в этом году свыше 290 миллионов рублей направлено на капремонт по 185-му закону. На эти два конкретных дома около 30 миллионов рублей. Могу сказать, что, ну, по мнению людей, что самое важное, не по докладам чиновников и исполнителей работы, а по мнению людей, здесь работы идут успешно. Средний уровень исполнения где-то превышает 50%, по одному дому повыше, по другому пониже. И нареканий к качеству работы у людей нет.